Налоговые вопросы являются актуальными не только для предприятий и индивидуальных предпринимателей, но и для физических лиц. Межрайонная налоговая номер 22 по Московской области посвятила этому вопросу специальную пресс-конференцию. Инспекторы рассказали о проделанной работе по начислению имущественных налогов. В настоящее время сформировано нашей инспекции более 268 тысяч налоговых уведомлений. Из них 56 тысяч отправлено в личный кабинет физического лица. Уже в течение второго года на территории Российской Федерации единый срок уплаты имущественных налогов – это срок не позднее 1 декабря 2017 года. На примере двух налоговых уведомлений инспекторы рассказали о том, как происходят перерасчеты и как через сервис «Личный кабинет физического лица» оплатить задолженность онлайн. Было сказано и о недавних нововведениях. У нас произошли изменения. Эти изменения у нас произведены 52-м ФЗ. На основании которого у нас налогоплательщики теперь обязаны сообщать налоговый орган о наличии у них объектов недвижимого имущества, а также транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения. Кроме того, журналистам рассказали о порядке предоставления льгот по имущественным налогам. Для этого физическому лицу достаточно написать заявление и предоставить необходимые документы в налоговый орган. Также сделать это можно через интернет-портал Федеральной налоговой службы или через МФЦ. Более подробную информацию вы всегда можете узнать на официальном сайте ведомства. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».